Страх наполнил Которский залив. Тревога нарастает с каждым новым ударом волны. Актинии обреченно болтаются из стороны в сторону. Цепкий ужас налип на водоросли и скалы. Беспощадные креветки терроризируют местную фауну. Вот типичная бандитская парочка. Одна из них решила порезвиться. Кажется, сегодня раку-отшельнику не повезло. Беспощадное нападение ракообразного беспредельщика. Рак вынужден скрыться. Кто следующий? Это маленькая беззащитная рыбка? Или это беспечная стайка миролюбивых рыбешек? Кажется, сегодня под жестокий прицел попал этот милый грабик. Он уже беззащитно притулился к расщелине. Стая мощной кефали могла бы помочь, но они слишком заняты пустой болтовней. Морские ежи, как всегда, не при делах. Прикрылись ракушками и выжидают. Кажется, только рыба-игла способна помочь. Она может пронзить насквозь беспощадное зло. Но и она в шоке, прикидывается палочкой. «Давай-давай, на тебя игла правосудия, последняя надежда».